Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku Ludzie z Górniczej Doliny. Teraz kierujemy się do wyjścia z wolnej kopalni, znaczy no w sumie to nie jest do końca wolna kopalnia w środku, może to nazwijmy obozem przed wolną kopalnią. No jak słyszycie, jestem trochę chory, ale co mi tam, nagrałem dla Was odcinek, jestem wspaniałym tym youtuberem i w ogóle lecimy teraz do nowego obozu, spróbujemy się dostać do karczmy w nowym obozie prowadzoną przez Silasa, jak zapewne wszyscy z Was pamiętają. Sprawdzimy od razu, czy Silas ma tylko jednorazowy handel, czy już wielorazowy, tak jak to powinno być w kotiku jedynce, a nie było. Oczywiście też spróbujemy wyciągnąć od Pala i Zidro bagienne ziele. А куда это ты собрался? Ну, туда. Забудь об этом. В бар Силаса пропускают только рудокопов и воров. Я рудокоп, и я хочу пить. Да, ты похож на этих вонючих крыс. Проходи. Okay. Не знаю, хиба раньше не пойду бы с этого прочинка, но могу себе мелить. А? Я рудокоп. Поставим это. Как там сюда рычажки? Как идут дела со шнапсом? Заходи и спроси Силаса. Мы ни на что не можем пожаловаться. Добра. Пойдем до środka. А, есть морд, файне. Ты можешь при... Все тебе... У меня есть когти шныга. И что с того? Хочешь продать? Нет, я уже нашел покупателя, но ему они нужны в сушеном виде. Ага, решил словить удачу за хвост. Ну, я... Понимаю. Ренегар снова взялся за свое. Откуда ты знаешь? Я сомневаюсь, что в колонии найдется еще один сумасшедший, который будет носить эту дрянь у себя на шее. Ты случаем не знаешь, зачем Реннигару понадобилась эта вонючая лапа? Ну, одни верят в то, что она приносит человеку удачу, другие используют ее как оберег от злых духов. Ну а алхимики Мордрога в один голос твердят, что это лучшее средство для обольщения женщин. Так ты высушишь ее? Ну, скажем, 200 кусков руды, и я займусь этим. Сколько? Свежая лапа стоит дешевле, а ты хочешь 200 кусков? А ты хоть знаешь, как сложно высушить лапу в таких условиях? Послушай, если 200 кусков слишком много для тебя, мы можем совершить взаимовыгодный обмен. Что это за взаимовыгодный обмен? Вещь за вещь и никакой руды. Столько суеты из-за какой-то сушеной лапы. Рассказывай, что нужно делать. Хорошо, слушай внимательно. Несколько дней назад я продал одному из стражников Гомеза кольцо. Все бы ничего, вот только вместо бесполезной побрякушки я по ошибке продал ему магический артефакт. Верни мне это кольцо, а я помогу тебе с сушеной лапой. Эй, постой. А не получится ли так, что вместо сушеной лапы шныга я получу что-нибудь вроде сушеных волчьих ушей? Поверь мне, малыш, эту лапу ты ни с чем не перепутаешь, а ее запах будет тебе сниться по ночам. Так ты поможешь мне или нет?
Хорошо, я помогу тебе. А я займусь лапой. Давай ее сюда. Вот, держи. Чуть не забыл. Нужного тебе человека зовут Смитти. Он приглядывает за рудокопами в старой шахте. Ищи. Добра. Mam nadzieję, że nie denerwuje was to, że nie komentuję tych wypowiedzi bohaterów, tak jak to było w Returkingu 2.0, ale macie napisy po polsku, więc myślę, że jeśli was interesuje zadania czy coś, to raczej po prostu czytacie to, co tam pisze. O, widzicie, jest pijany. Ty wyglądasz nie слишком radosnym. Tak jest. Mnie нужно zbyć z rąk całą górę болотника. Тебя прислали сюда из лагеря сектантов? Да, но не мое это дело. Я могу помочь тебе продавать болотник. Но не за даром, конечно. Забудь об этом, я еще не настолько пьян. Ты просто сбежишь с ним, вот и все. Подумай об этом. Ты отдашь мне болотник, и мы поделим прибыль. Нет, парень, я справлюсь. Ну вот что я тебе скажу, дружище. У тебя большие неприятности. Идол Каган собирается подыскать тебе замену. Что? Милосердный спящий, жалься надо мной. Мне нужно избавиться от этой травы. Подумай об этом. Ты отдашь мне болотник, и мы поделим прибыль. Нет, парень, я справлюсь. Зараз. О чем я и говорю. Выпей еще. За мой счет. Спасибо, дружище. Пью за твое здоровье. Подумай об этом. Ты отдашь мне болотник, и мы поделим прибыль. Ох, парень, как же мне нужно сбыть с рук эту траву. Ты же не хочешь выставить меня идиотом, правда? Даю тебе слово. Хорошо, забирай болотник. Ты должен выручить за него по меньшей мере 400 кусков пурды. Получается, по 200 на брата. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся, как только получишь руду. Ты не знаешь, кто здесь покупает больше всего болотника? Если бы я знал, то отправился бы к нему сам. Теперь, когда я сбыл эту траву с рук, я чувствую себя намного лучше. Вау, кто тут так бегнет? Отис. Тихо, да? Dobra, nie ma nic do powiedzenia, Silas. Как жизнь? Здорово! Мы сменяли наш рисовый шнапс на руду. Ну и руды получили достаточно. А где нашим парням тратить ее, как не здесь? Я хочу пить. Нет проблем, если у тебя есть деньги. О, файне. Чили się pojawia dalej opcja. Dobra, fajnie, że nie znikło. Zapiszmy. Ty ze swobodnej szachty, wierna? Wierna. Jak to uznał? No, widzę, że nie jest jakoś zbyt gadatliwy. Я хотел бы поговорить с тобой. Я здесь не для того, чтобы разговаривать. No, dobra. To Tis. Tego NPC-ta raczej nie było wcześniej. Ej, starik, ty pracujesz na rysowym polu? Nie, dobry człowiek. Откуда у старика здоровье, чтобы работать? На что же ты живешь? Добрые люди помогают. А много ли старику надо? Угол, чтобы переночевать.
костер, чтобы погреться, немножко еды, чтобы не умереть с голоду. Давно ты в колонии? Совсем недавно. А за что ты сюда попал? Сам не знаю. Схватили меня, судили. Да что судья говорил, я не понял. Вот и оказался здесь. И как ты здесь живешь? Как старик может жить? Тяжело живу, но слава Инносу, добрые люди помогают, не дают старику умереть. Czekajcie, ja tutaj chciałbym zrobić screenshota znowu. Nie wiem, w sumie czy to jest aż tak ważne, bo tutaj chodzi o to, żeby się... Ej, starik. Dobra. Что ты делаешь? Готовлю рисовый шнапс, парень. Вот, возьми бутылку. Только не говори Силосу. А. Как идут дела? Я едва поспеваю с этими типами. Боже, сколько же они пьют. Но это к лучшему. Пока я занят делом, шакалы нашего лорда стараются мне не мешать. Расскажи мне о лорде. Проклятая свинья. Его головорезы выбирают тех, кто послабее, и заставляют их работать на полях. Единственный, кто мог бы противостоять ему, это Горацио. Я слышал однажды, как он говорил, что с удовольствием вбил бы тупую голову нашего лорда в плечи по самые уши, но он никогда этого не сделает. Это против его убеждений. Dobra, teraz próbujemy pobić Silasa, żeby zdobyć jego topór. Ja się miałem nauczyć od Korta przecież mistrza broni i ten. Jednoręcznie, czemu tego nie zrobiłem? Aż szok. To mord? Tak, to mord. Dobra. On ma o wiele tańsze ceny niż Skati, z tego co pamiętam. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Хорошо, но не за даром. Это обойдется тебе в 30 кусков руды. No, tutaj nie ma co się czepiać, tłumaczyć czy coś, bo tu chodziło o pierwszy poziom. A logiczne, że drugi już kosztuje więcej. Расскажи мне еще что-нибудь про одноручное оружие. Ладно, ты уже знаешь главное. Если держать клинок немного ниже, первый удар получится более сильным. Рубящий удар, помнишь? Ладно, теперь о том, как нужно двигаться. Наносишь два удара и разворачиваешься. Враг наверняка растеряется, а ты окажешься в выгодном положении. Еще один взмах клинком справа налево, и возвращаешься в исходную стойку. Главное, не забывай тренироваться. Иди, отрабатывай технику боя для одной руки. Dobra, już mam mistrza broni jednoręcznej, jak widzicie. Teraz poćwiczymy jeszcze te 9 punktów nauki Laresa. No żeby, wiecie, po prostu mieć trochę więcej tej siły, byśmy mieli 38, tak? Chyba ja. Nie no, muszę mieć, bo przecież umiem liczyć. О. 400 кусков руды у меня. Хорошо, очень хорошо. Думаю, этого должно быть достаточно. Да. Раз. 35? Panie, zaraz. Ktoś tutaj nie rozumiem. Ja
сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. То... Чекайте, это у меня 26 хиба тысячи, а не 28. Че там 29? Добра, мой блон, сори. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Были времена, когда все было совсем по-другому. Możemy też dać temu Izidro te 200 brunek ludy, bo to jest zawsze jakiś exp. A pamiętajcie, exp się bardziej liczy niż złoto. Szczególnie na początku. Ja prodał swój balotnik. I gdzie moi 200 kusków? Вот они. Хорошо. I k czortu idola Kagana. Rad był mieć z tobą dzieło. Во времена моей молодости люди были покрепче. Он прикончил его. Не знаю, как вы заопатруете на такие методы барки, але ну. Dobra, на разе не буду обчаял решты карчмы, потому что хотел бы запить задание с Левусом. Людям не... Эй, новенький, мы ищем человека, чтобы отнес воду крестьянам на рисовые поля. Тебе сейчас нужно обзаводиться новыми друзьями. Что скажешь? Буду рад помочь. Отлично. Отправляйся к лорду. Он даст тебе воду и расскажет все, что нужно. Что-то не то в этой истории. Ты должен следить за тем. Как видите, там... может, еще только даме трогать без смысла? Мы могли бы заключить сделку. Думаешь... А что ты можешь придумать? А, не, добра. Ведь это там. Ты занимаешься рисовыми полями, так? Ну и что? Ищешь работу? Как видите, тут там рыжовый ксёнже ма инны... na ubranie na sobie, bo z tego co pamiętam, ono było takie różowawe, jasno czerwone, nie, raczej bardziej takie różowawe w przeciwko jedynce, tutaj jest czysto takie białe jak u kucharza i tak dalej, przysłał mnie Lewis. Mnie posłał Lefty. Da? I co on сказал? Ja должен отнести крестьянам воду. Хорошо, вот тебе дюжина бутылок. Крестьян там почти вдвое больше, так что проследи, чтобы всем досталось поровну. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Лефти послал меня. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. В моей глубине... Меня прислал Лев. Спасибо, парень. Это... Меня прислал Лев. Спасибо. Меня Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Ты
должен следить за тем, что говоришь. Спасибо, парень. Что-то не то в этой истории. Если ты думаешь... Похоже, назревает проблема. Привет, я здесь новенький. Просто хотелось узнать, что происходит вокруг. Спроси кого-нибудь еще, а? Я просто работаю в поле и ничего не знаю. Эх, парень, я бы с удовольствием предложил нашему лорду самому заниматься этой чертовой работой. Если тебе не нравится эта работа, почему ты здесь? Это случилось в первый же день после того, как я попал сюда. Лефти, один из головорезов лорда, пришел ко мне и предложил поработать на полях. «Конечно», — сказал я. «Я был новичком и хотел стать хоть в чем-то полезным». На следующий день, когда я остановился немного передохнуть, этот тип появился снова. «Ты же не хочешь, чтобы твои товарищи делали всю работу за тебя, так?» — спросил он. Я сказал ему, что окончательно вымотался в первый же день, что мне нужен отдых и все такое. Но он даже не слушал. Просто ухватил меня за воротник и потащил обратно на поле. С того случая он каждый день поджидал меня возле двери, до тех пор, пока я сам не стал ходить на работу. Не хочу ссориться с этими типами. Это настоящие головорезы, и лучше держаться от них подальше. Кто такой лорд? Он появился здесь одним из первых, помог основать лагерь и заложить рисовые поля. Сейчас он просто сидит у себя в амбаре и почесывает живот. Свинья жирная. Меня послал Лефти. Спасибо, приятель. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Если ты думаешь, люди всегда болтают. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ты как? Расскажи. Сейчас спросить в ogóle. Кто следит за? О, Ваня. В этом отчинку мало тен błędów było, także bardzo mnie to cieszy. Лев. Были времена, когда все было совсем по-другому. Что-то не то в этой истории. Меня при... Каждый раз одна и та же история. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Если ты думаешь, меня не впутали. Не wiem, czy sumujesz do 512, ale przecież nic się nie stanie, jak chłopów poratujemy. A mi aż tak wody tej nie potrzeba, prawda? Привет, я новенький. Приятно видеть новые лица. Ты, должно быть, уже очень давно здесь. Ты чертовски прав, приятель. Я был одним из первых. Значит, ты должен знать все об этом месте. Да как сказать? Большую часть времени я провожу здесь, собирая рис. Вот почему я протянул так долго. Мы получаем рис и шнапс.
Немного, но вполне достаточно. Почему ты здесь? Налоги, парень, налоги. В кошельке у меня было так же пусто, как и в желудке, и я просто не смог заплатить. В один прекрасный день пришли солдаты и притащили меня сюда. Впрочем, здесь не хуже, чем на воле. По крайней мере, я не протяну ноги с голода. Я всегда вовремя платил налоги, всю свою жизнь. Но этому коронованному сукину сыну этого оказалось мало. Меня послал Левт. Дай зараз, що ти будеш. Добре. Ej, przecież ten, to nie byłem w ogóle. Się przemieścili i teraz ich ten. Chyba, że już nie mam wody, to jest taka opcja. Żywność. No nie, za to 29 piw, matko boska. Ojej, nie mogę sobie tu wejść, na pewno. No dobra, nie to nie. Эй, ты! Хорошо! Кое для чего ты все-таки годишься. Думаю, это дело как раз для тебя. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. И хватит отдыхать, иди займись делом. Теперь ты можешь носить эту воду сам. О, нашел себе дело получше. Думаю, стоит напомнить тебе, кто из нас главный. Исход уже предрешен. Ой-ой-ой. Это твоя вина. Ой. Исход уже предрешен. Во времена моей молодости были покрепче. Беру. В сумме, выдает мне, что может это кwestia злого przetłumaczenia и это должно быть просто костур. Эх, не тот przycisk. О. Хра. У тебя даже не будет времени пожалеть об этом. Ты задал мне ха... Ты об этом как дела, друг мой? Ох, парень. Что тебе нужно? Похоже, крестьяне хотят пить. Я разберусь. Не волнуйся. Ну, файне. To jeszcze pójdziemy na do karczmy. Tam sprawdzimy, czy jeszcze nie ma jakichś NPC na górze karczmy i potem ruszamy z powrotem do starego obozu. Pozałatwiamy tam różne sprawy i będziemy ruszać w kierunku obozu bractwa. Ej, ej, ej. No dobra, to chyba znaczy, że nie ma więcej.
Jeszcze chcę sprawdzić, czy już mogę przekonać Horacego, żeby mi pomógł. Dobra. To mogę sobie to zostawić na razie na później. No, ziele tam do mojego obozie możemy posprzedawać na przykład później. A, dobra, oni nie chcieli z nami gadać, więc nieważne. Idziemy dalej. Nie chciałby ja оказаться na jego miejscu. No, możemy się spróbować z goblinami. Mamy lepszą broń, chyba. Nie pamiętam w sumie, ale na przykład mamy teraz mistrza broni jednoręcznej, także może nam to coś dać. Dobra, faktycznie nie ma sensu walka z tyloma goblinami naraz. Chyba żeby zabijać je od razu, ale to raczej mi nie wyjdzie. Mogę jeszcze raz spróbować. Ojej. Wow, ale było blisko. Ale dobra, to zadamy sobie trochę to z tym spokój na razie i zrobimy to później. A czekajcie, ten pierścień morta, to co to było w ogóle? W starej kopalni siedzi Smithy. Aha, czekajcie, to nie był czasem ten porąbany człowiek? Ja, to był chyba on, co by tak bredził bez sensu. To zaraz tam polecimy. Wiem, że już jest noc, ale wydaje mi się, że tekstury też godziku 1C nie są takie pociemniające ekran jak w Returningu 2.0, także chyba chwilę możecie wytrzymać. Зачем ты разбудил? Некоторых людей ничего не учит. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Каждый раз одна и та же история. Убери это чертово оружие! А, добре памятаю. Меня прислал Морд. А? Кто прислал? Куда прислал? Зачем? Морд, следопыт из нового лагеря. Ты купил у него кольцо на прошлой неделе. А? Что? Я купил?
Nie, tylko że jakiś obłąkany przez ten pierścień, czy jest po prostu idiotą? A, da, ja kupił. Так оно у тебя? Кто? Кольцо. А, кольцо. Нет, оно не у меня. А где оно? Кто? Кольцо. Какое? Которое ты купил у Морта. Певне спад там до подолу. А, кольцо. Так нет его больше. Да. Рудокоп украл. Да. Какой рудокоп? Рудокоп? А, рудокоп. Рудокопа мы за кражу к ползунам скинули. Да. Сожрали они его. Да. Да. Сожрали. А кольцо? Какое? А, кольцо. Так нет его больше. Да. Рудокоп украл. Да. Понятно. Почему вы его не обыскали? Кого? Рудокопа. Зачем? Кольцо все еще могло быть у него. Какое? А, кольцо. Диалоги са направда нема, светло. Светло диалоги направда. Рудокоп украл. Да. Понятно. Куда именно вы скинули рудокопа? Мы скинули рудокопа. Да, мы скинули рудокопа вон в ту яму, на самое дно, да. Я пойду, пожалуй. Да? Куда? Неважно. Ну что, тут есть тихо. Обратимся. Дай мне пройти. Убери оружие. Wiecie, ja chyba tu nigdy nie byłem. Obojętności. A, to tutaj jest, dobra. Spoko. To moi drodzy, my sobie na tym zakończymy odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia. Cześć!